Уже сбился со счета, какое видео, хотя еще только начало удивительных. Вот идем по ступеням с вами, они стертые от времени, широкие, удобные. Не, не, на самом деле, конечно, они больше наших, они неудобные ни по ширине, неудобны по высоте. Тебе приходится вскарабкиваться примерно, ну, если бы ты был высотой 2,5 метра, тебе было бы очень хорошо. А так приходится минимум делать два шага. Ну, не всегда широкие, но высокие. Мы идем, приблизились к одной малоизвестной. Она недавно стала доступна. Это гробница. Ее недавно сюда проложили ход. До этого все было как-то сложно. Не знаю, почему сюда не хотели и не пускали. Сейчас очень... А это что такое? Тут даже решетки стояли. Итак, вот мы с вами у удивительнейшей, правда, удивительнейшая гробница. Ну, называем будем гробницей или фасад. Так, хорошо. Я переместил. Вот тут присоединились люди. Я тоже переместил камеру. Пришлось выбрать какой-то совершенно, ребят, дурацкий ракурс. Почему дурацкий ракурс? Потому что она настолько большая, на самом деле этот фасад огромный. Да, да, говорит, здесь есть что посмотреть, не надо сюда ходить. Вот, необычный ракурс, потому как тут какой ракурс не выбери, все у тебя обязательно будет. Все равно ты не будешь помещаться, и картинка не будет помещаться в эту огромнейшую из гробниц. На мой рост, на рост человека и чуть выше, вот если я бы сюда встал, вот до сих у нас идет некое покрытие, как будто бы штукатурка. Там, где мы с вами будем наблюдать, а поясню, там, где оно сохранилось, там вы будете видеть выдающуюся сохранность декора. Там, где оно... Это покрытие монохромное, желтообразное, такое вот желтоватое, не красное, не переливами, не волнами, а вот такое вот, достаточно он там наверху вообще монохромное. Там, где оно сохранилось, там, в этом покрытии, там сохранность выдающаяся самого декора, самих элементов, самих фрагментов. Там, где оно исчезло, там произошла уже, вот как в двери, сильная эрозия. Давайте я поменяю ракурс, я буду сейчас... останавливать. Ну вот, я поменял ракурс, буду периодически останавливать, друзья, съемку. К сожалению, по-другому не сделать, я здесь один, переключать не получается. Буду подходить сейчас, например, положу микрофон аккуратненько, чтобы не запылить, и подойду к двери, чтобы вы видели вообще реальный размер этого фасада, а потом стану поближе. Объясню, почему пользуюсь беспроводным, никак не могу еще найти шнур еще длиннее, ну, насадку, чтобы сделать, потому что в те беспроводные варианты, проводным пользуюсь, беспроводные варианты микрофона на руинах глушатся просто капец. Мы с Мишей из Протоцивилизации снимали Термесос. Миша, Катя говорят, Макс, ну там записи, ну вообще, ну какой-то ад. Ну правильно, потому что это руины. Глушится очень много. И у меня долго не записывалось, не записывалось, потом я перешел уже по старинке. Это хотя бы гарантированно. Итак, мои подписчики, люди исследовательского типа, им важна не только картинка ради селфи или красивой там нарезки какой-то удачной, а... объективность. Вот я за объективность, даже если принесено в ущерб некоторая художественность. Мы тут не художественные фильмы делаем. Ну вот, я показал вам примерный размер, возьму еще обязательно электронную указку достану, ой, рулетку достану и измерю.
Канал «Забытые руины», бренд «Забытые руины» показывает вам уникальнейшие объекты в уникальнейшем комплексе. Он просто без привлечения ни на что аналогов ему нет. Здесь мы найдем и египетское, и античное, и какое-то... Как писал Иван Алексеевич Бунин об Баальбеке, эти горы, про Ливанские горы сказал он, как будто с другой планеты. С другой планеты и все памятники. Так вот эти древние памятники, они действительно как будто с другой планеты. Ну и предлагаю вас, вам уже не буду вас томить, и пойдемте, пойдем внутрь этого удивительного сооружения.